Всем привет, продолжаем рассматривать картины Благовещения Себастьяна Мацони. Середина 17 века, холст масла, 1154-112. Благовещение Себастьяна Мацони поражает необычной интерпретацией композиции евангельского сюжета. Большую ее часть занимает фигура архангела Гавриила, приносящая Деве Марии весть о скором чуде, непорочном зачатии и рождении ею божественного младенца. И хотя в нежной руке архангела цветок лилии, символ чистоты, все же можно понять юную Марию, так резко отпрянувшую. Художник наделяет ее почти идеально красотой, одевая традиционно для иконографии Мадонны красно-синей одежды. Но порывистое движение девы кажется следствием реакции не столь на весь, сколько на неожиданное и стремительное снисхождение архангела. Эта бурная динамика подчеркивается словно тормозящими скорость согнутыми коленями Гавриила, парящими руками, но прежде всего смерчеобразной завихренностью его одежды. Мацони родился и работал во Флоренции, затем переехал в Венецию, где прожил для своей кончины, творящую как архитектор. Живописный алтарный композит обнаружит его особое мастерство передавать деформацию в ракурсе и мистические вспышки света, впрочем, смягченные цветовыми переливами. Вот такое описание картины Благовещения Себастьяна Мацони я нашел в интернете. Все, всем пока, до свидания.